Так, ребят, еще раз всем привет. Стираю цветное белье детское. Загружаю. Оно не грязное, поэтому ставлю на быструю. Так, еще немного. Все. Закрываем. Так, средства у нас. Вот Ариэль. И Ленор. Закрываем. Быстро 30-40 градусов старт. Так, она только что набрала воды, вот столько. Вот она вода. Значит, она сейчас будет набирать. Напор маленький вообще. Сколько пену. Три-шесть минут на этом таймере. Кондиционер вроде не смылся. Ну все, ждем. Значит, у нас стирка 19 минут. Сейчас мне сестра штатив должна принести. Сейчас будет скоро слив. Дверь закрой. Не знаю, где штатив. Куда он делся? Здесь его нету. Так. Понятно. Ого, какая вода. Какой, да? Я не знаю, где он. Смотрите, какая вода красная. Аня. Вот. Отойди. Машинку не трогай. Хватит. Ребят, сейчас начнется первое полоскание. Я пойду пока поищу штатив. Не знаю, где он. Так, все, штатив нашел. 18 минут. Все, первое полоскание началось. Штатив не нашел, все вставилось. Так, не трогай. Видите, как у нас все проходит замечательно. Жаль, что стиральная машинка только стареет. Видите? Вот видите, она вся грязная.
Ну, это не наша, кстати, серьезная машина. Наша серьезная машина дома только такая. И с этим вот. Не вот с этой вот такой штукой. А вот с этой штукой. Ну вот, у нас не такая серьезная машина, как у нашей бабушки. Ну, просто бабушка в доме сидела, поэтому мы приехали. И мы любим с вами разные снимать. Как сами понимаете. Видите, значит, какая у нас водичка пошла. Вот какая вода идет. А камеру дай. Ну, сейчас камеру. О, грязная вода. Пожалуйста. У нас слив перед финальным полосканием. Финальное полоскание. Аня, уйди, голову убери. Встань сюда. Что было такое маленькое? Вытекла вода немного. И там текет. А, не очень. Напор вообще маленький. Машинку вот добавлять. Ладно. Давай, добавим. Вот здесь вытеки. Я ей немного помог. Все, она уже почти набралась. Так, идет у нас, значит, финальный отжим уже, слив. Вода не такая грязная. Ну вот это. Ну, замочек. Кофточки какой-нибудь. Так, 9 минут на таймере у нас. Все, взвешивание началось. Так, сейчас, наверное, она пойдет на жим. Что-то телефон уже горячий. Итак, 2 стирки сегодня заснял на этой машинке. Аня, да не трогай ты телефон. 7 минут на таймере. Идет она у нас. Так, на 800 оборотов я поставил. Ой, забыл уже.
Давайте посмотрим уровень вибрации. Вот сейчас она остановится. Нет, не получится. Сейчас. Вот смотрите. Сейчас я камеру зафиксировал. Смотрите вибрацию. Ань, тихо. Смотрите внимательно. Я не знаю, почему такая вибрация. Ань, пойди. Господи, что у меня с камерой? Ань, тебя видно. Что типа ножки гнущиеся. Хотя вот наоборот очень удобно, потому что можно на ванну его ставить. Так, идет у нас финальный отжим. Вот вибрация. Так же. Так, Аня, тише себя веди. Сейчас я немного ножки у штатива. Все, стоим. Снимаем. 4 минуты на таймере. Нажимай. Так, а у нас звука-то нет, надо включить звук. Все, звук есть. Аня, не нажимай, ничего не крути, пожалуйста, я прошу. Так, 3 минуты, сейчас будет установка. Так, что она у нас открылась? Да, открылась. Сейчас. Дёргиваем из розетки. Так, у нас тут всё. Значит. Всё. Аромат приятный, блин. Очень приятный. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.